У нас сегодня обзор на табурет, именно вот на этот. Посмотрите, верхняя сидячая часть выполнена из винил кожи из двух разных цветов, красный и черный, выполнена в стиле шахматки. Это очень прекрасно. У данного табурета имеются 4 ножки для более устойчивого расположения на поверхности. Если было бы 3 ножки, то он был бы менее устойчив, а если 2, то вообще никак и не стоял бы. Но если было бы 5, то было бы 5. Обратите свое внимание на нитки, которыми прошита вот эта кожа. Они красные. Еще хочу обратить ваше внимание на заглушки, которые располагаются у основания ножек. Они выполнены из пластика для того, чтобы не царапать поверхность пола, ну или же если кого-нибудь швырнуть, чтобы не особо больно было. Покупайте табуреты именно в Кергу, потому что мы их продаем.